В преддверии Нового года «Единая Россия» организовала мастерские Деда Мороза на базе местной общественной приемной партии, а также в холле крупного торгово-развлекательного центра. Интерактивные площадки, где родители и дети могли интересно провести время и почувствовать новогоднюю атмосферу, работали на протяжении 2 дней. Участники мастер-классов смогли своими руками сделать сувениры, которые привнесут в их дом еще больше праздничного настроения. В мероприятиях приняли участие многодетные семьи и семьи участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья и все желающие. Помогали мастерить новогодние поделки депутаты и активисты «Молодой гвардии Единой России». Маленькие участники мастер-классов получили сертификаты о прохождении курса подготовки юных волшебников и о присвоении им звания помощника Деда Мороза.